там почти полный. Мы как? Едем в отпуск! Ура! Как там? Мы едем в далекие края. Слушай, никому не кажется, что как-то жарко. Соседи. Жарко, да. Короче, вот наш дом, да, кто не знает. А, так мы что, я не понял, блин. Обратно, что ли? Короче, поехали в отпуск. Вроде бы утром проснулись. С нами приехали белопольские. Но что-то я подозреваю, что они нас сейчас к подъезду обратно везут смотрите. Вот здесь мы живем, если кто не знает. Вот наш там незастекленный балкон. Балкон курильщика, я его так называю. Ну так как мы не курим, поэтому он такой. Там даже и толком ничего не стоит. Балкон курильщик? Потому что что там еще делать? Такой маленький, там не. Ни запасов, ни припасов. Да, ни лыжи не поставишь, ни коляски с велосипедами. А у него ноги замерзли. Ну потому что он в сандалях, Тань. Надо было кроссовки одеть. Снимать буду много, но на YouTube буду выкладывать мало. То есть сразу предупреждаю, что будет постобработка. Потому что мне сказали, что надо снимать только по 30 секунд какие-то вещи, без перебивок. Умные люди, да. Поэтому всякую чушь, которую сейчас несу, я выкладывать не буду. Правда, зачем я ее снимаю? Привет. Дальше мы ничего не придумали, импровизировали. День радио. Что, голова поболеет? Короче, выехали мы сегодня 31 августа. Последний день лета. Видите, на улице температура градусов 11, наверное, 12. Завтра теплее. 13. 13 уже, да. Сейчас. Вот. Ну, в Сочи я смотрел, там 26. Ну, тоже, конечно, не жарко. Чего мы едем туда? Да. Ну, как говорится, уплочено, поэтому и едем. Драку на 8 персон заказывают? Вот. Так что вот как-то так. Большая длина, это сверхбольшая длина. Глянь, второй такой же. Это от самолета или от чего это? Это ветряки. А, точно. Нет, это точно не крыло. Вот это что? Такие ветряки большие, что ли? Да, ну, да. Такие они очень большие. Ну покачало, что ты там полез? Что он там делает? Фотографирует. Весит, да? Ну, поэтому я выключаю звук. Поэтому ты потом до меня дозвониться не можешь. Может, это эстакада, которую строят? Да. Все еще строят. Он тут еще не сидит. Да. Осталось уже чуть-чуть. Прям не верится, что ее заканчивают, потому что когда начали строить, она же прям такая. Глобальная была. Поверните направо. Через. Но все равно действительно чуть-чуть осталось. Третий съезд. Ой, здесь так тоже. Не знаю, вот эта фигня, она как стояла, так и стоит. Да, как стояла, так и стоит. Вот с той стороны. Причем много. Там уже это, асфальтируют, уже чуть ли не там не разметку, может быть, нанесли. Там уже АЗС, по-моему, построили. Страны города много продвинулись на крыльях. Окна пластиковые уже поставили. Да-да-да. Уже печки-буржуйки заменили на кондиционеры. О, копер, он как стоял тут, так и стоит. Не двигается, не шаволится. Коперщик в отпуске, видимо. До самой Цезарени. Останется скоро. Будем так ездить по ней сверху, ну либо снизу. Ну, я так понимаю, что это. Ну что, нашли это? Ну, нашли, конечно. Чтобы сначала ее привык отобрать. Отобрать, вытащить батарейки и все. Тихо.
пока у него машина осталась. Москву. А сюда на море. Куда мы приехали? В туалет. Заправка в Сызрань. В туалет. Да. По пути на юг. А ты у Антохи не спрашивал, мне очень рад ездить. Нет, не спрашивал. Какой-то медной регион. Проезжаем где-то Вольский район. Километров 150 до Саратова. Ну, по Саратовской области едем. Да.